всем ребятам молиться. Перчатки не знаю, у Гарри какой номер. Спроси. Стерильный можешь ходить, главное сильно не чихай. Так, все, делаю, обкладываюсь. Операционное поле лучше как можно шире. Значит, под пациентом валик у нас. Здесь у нас забинтовано бинтиком, чтобы шерсть не попадала. А что нам важно здесь понимать? Давайте сейчас Гарри оденется. Баланс сделан, да? Давай подготовим пока. Значит, это у нас будет здесь. Шейзер поставим сюда. Шейзер сюда. Так, мне потребуется вот это сразу. Это лезвие. Вот все вот это. Хорошо. Отлично. Сторона правая, да, у нас? Сегодня, чтоб не перепутали. А, еще не включили аспиратор. Что два раза? Василий два раза, но ремонт отдавал. Ну, эллипс, наверное. Да, эллипс. Но они всегда так. У них рукоятка больная тема. Вот мы за 8 лет только одну рукоятку сломали. И то по нашей вине. Ну, что раз. По нашей вине мы не смазывали ее. Ее смазывать надо регулярно. Где-то раз в два там, года. А? Конечно, тут надо. Так, значит, смотрите, ваша задача. Стоим вот так, сгибаем лапку и делаем пронацию и небольшой стресс. Все, сильно не надо, не надсажайтесь. Все, вам комфортно? Потому что придется стоять долго. Так, ладно? Если будет некомфортно, скажите, стульчик поднимем. Можете как угодно, меняйте. Когда я скажу супинацию, сделайте вот так. Пронация, делайте так, но при этом стресс лучше сделайте постоянно, потому что это поможет нам очень сильно, вот этот стресс. Можем начинать? Значит, берем, смотрите, надмыщелок находим, надмыщелок. Я сейчас буду гидратацию делать. Опускаем вниз линию небольшую и чуть-чуть.